Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Георг СГД, и мы продолжаем играть в Geometry Dash. Сегодня мы будем проходить с вами еще одно испытание, остров, ну или, проще говоря, Gauntlet, демонический Gauntlet. Называется он Doom Gauntlet, и я знаю, что в нем будут уровни, которые сложнее, чем в обычном Demon Gauntlet, который я проходил весьма давно. И, к сожалению, что не смешно, то, что мы будем проходить Gauntlet Смерти... Это символично, потому что примерно 10 марта 2021 года, то есть совсем недавно, умер очень известный игрок в Geometry Dash, Мичиган. Вы наверняка его знаете, его именем символизирует три шипа, потому что он очень любил три шипа, ну как вы знаете, во всех его уровнях их было очень много. И, собственно говоря, многие поставили его иконки, я их тоже ставил 2 дня назад, сейчас я их поменял. Потому что у меня нету вообще иконок от Мичигана, только одна, это его куб. Не хочу, к сожалению, да, позориться. Почему к сожалению? Потому что, ну, вот такая вот у меня стата, что даже не могу собрать сет Мичигана. Одна из них вообще недостижимая для меня, как по мне, 10 тысяч звезд, что ли, надо собрать. Поэтому, ребята, будет без них. Но если у вас есть нормальный сет, то поставьте его. Я тоже ставил черные иконки. Можете посмотреть, как кучу игроков поставили их. А также хочу вам сказать, что в дейли уровень был добавлен The Triple Trial. Уровень от Мичигана, полностью состоящий из 3 шипов. Там 50 тройных шипов, да, стоит. В общем, пройдите его, если хотите почтить память. Ну, а мы начинаем. Погнали. Я нахожусь на главной страничке Doom Gauntlet, а теперь на главной страничке Extinction. Extinction — это эпик Easy Demon, который я проходил уже на первом телефоне, на этом телефоне... Нет, что я несу вообще? На Honor 8C, на этом телефоне в обычном экране прошел, в обычном лобби, и вот теперь здесь. Он не пройден, соответственно, потому что мы его должны перепройти. Несмотря на то, что я его проходил, такое ощущение, что я его никогда не видел, потому что постоянно фейлы на каких-то местах. Ну, я думаю, я его ребитну сейчас, даже практику не пойду. Четырнадцать процентов, неплохо. Либо он сложнее Crunch Apple, либо Crunch Apple сложнее. Но возникает ощущение, что Crunch Apple сложнее, конечно. Вот это вот. Ну, потому что там стоит портал, и если я буду зажимать, то я просто врежу и пилу, которая находится вверху, ёкарный ты. Погнали, ё-моё, первая попытка, дошли до дропа. Ну-ка! Просто Роб так захотел, это первый уровень. Ситуация повторилась, что и с сайдстепом дрянь! Ух, дерьмовая часть. Нет, нет, нет! Ну опять... Thank you.
8-й раз на этом самолете. Это пи***. Ну ш... Давай, 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 продолжай. Я тебя сейчас убью, я тебе Серёга говорю, тебя достал. Вы видели, как я прошел последнюю часть? Наконец-то. В первый раз мне повезло. Но сдохнул 8 раз. И 106 попыток. Это еще на копии 200 вы не видели. И это ребит. 300 попыток, да. И все с одной монетой. Смотри-ка. Потому что проходить без последней монеты вообще невозможно. Итак, сегодня мы попробуем пройти Barrett Angel от Феликс Рама. По-моему, этот чел также сделал Artifice, я не помню. В нем играет очень-очень мощная музыка, Архангел называется. Ну, это словно название уровня переводится как Закопанный Ангел, Эпичный Изи Демон. Находится также в Doom Gauntlet после Extinction, и, по-моему, он немного легче, или даже много легче. Он очень сильно лагучий, и обязательно надо выбирать Low Detail Mode. Ладно, поехали. Я его потренировал. Так. Ну вот. Неплохо, уже 20. Ой-ой-ой, все. Без ЛДМа не пройти. Ой. О, нет, блин, самое сложное место. Есть. Ой. Дварина. Закопанный ангел. Так откопайся, ёкарный, налево. Yeah.
Так. Ну, не знаю. По-моему, это в раз 20-30 раз легче, чем Extinction. Чё это? Это что такое вообще? Я монеты ни одной здесь не увидел, только череп на начале. Ну, блин, я где-то, наверное, 15 раз сделал практис ран и 256 попыток. Ну, блин, Изи, конечно, демон, конечно, лайк, невероятно прикольно. Аксилио, ой. Так, 25 место, неудивительно. И какой-то нумерик с ГД прошел его на 2 монеты. Так, я на 4 месте, очень мне пофиг, я не борюсь за это. Сегодня мы попытаемся пройти Шрилл Холлвей от Ника 99, медиум демон эпичный, Doom Gauntlet. Продолжаем проходить, третий демон в Doom Gauntlet, погнали. Первый медиум, кстати, здесь. Не, вот так, погромче. Так, первая попытка, 2%. Погнали. Наверное, я его должен быстро довольно пройти. Ну да, 26. Неудивительно, что я тут слился. Это, возможно, не первый фейл. Вот так. Да что же это, блин, такое, а? Началось, блин, зашел в нормал мод. Какой-то непонятный фейл на 47. Как он произошел, даже не понял. Ну, конечно, говорит, тупой фейл со мной тоже случится. Наступил на те же грабли, трындец. Надо собраться надо. Я сказал собраться, а не разобраться. Все. Ух. Да, если кто-то не понял, музыка из Forest Temple. И ГГ. Ровно 50 попыток, да? Или 51? 52. Да. Forest Temple. Жди меня, когда я тебя приду. И я на телефоне его собираюсь пройти, понимаете? Так, ну это только здесь. 249.
При этом где-то, я не знаю, 100, ну, 90 попыток, это практика была, и плюс на копии. Так, что же у нас там на копии? Как, у нас дальше идет какой-то навайс, я не помню, что это такое. Итак, следующий уровень в Doom Gauntlet это навайс. И вы спросите, почему я нахожусь на окне собственных уровней? Да потому что без ULDM я даже не буду пытаться заснять. Дело в том, что даже без записи у меня там примерно 15 FPS в уровне, особенно на частях с боссом. А на записи так и вовсе под 5. А запись еще и сломалась после этого уровня. Короче, я скачал, нашел в этой, на просторах ГД уровень под названием Navice ULDM. То есть здесь убрали максимальное количество объектов, декораций, чтобы этот уровень перестал лагать, но все равно на частях боссов у меня было 20 все равно FPS. Мне пришлось еще и убрать всю часть босса, кроме его головы, чтобы видеть, чем он стреляет и когда. В общем-то, я думаю, вы поняли, но, конечно же, после этого я закрою записи и допройду в Doom Gauntlet сам уровень там, и мы уже продолжим к следующему. Ну а для начала давайте его здесь пройдем. Как видите, он еще у меня не пройден. Еще тут я забыл удалить старт-пост, потому что я его практиковал. Невероятно консервный уровень. Еще одна параша невероятная. Но надеюсь, сейчас я его пройду. Да блин! Ну за... Идиотина. А надпись снизу не обращайте внимания. Я уровень прошел. Я не автор этого уровня, поэтому мне незачем собирать монеты.
А еще я вообще, не вдупляю, как ее собирать. Но сам уровень я прошел. ГГ. Что у нас тут по попыткам? 839. Неплохо. Сейчас я тут напишу это. ГГ. Давай с ГГ. Но еще его надо пройти в Drum Gauntlet. Да, сейчас я это буду делать с этими дикими лагами. Ну ладно, ребята. Это хорошо. Ладно. Итак, вот, собственно, и финал нашего путешествия через второй Demon Gauntlet. Или же Doom Gauntlet. Это Gauntlet, в котором были также демоны. И в нем демоны... Ну уж не знаю, насколько были сложнее или легче, но, по-моему, я его прохожу гораздо дольше. Если Demon Gauntlet я прошел за 2 дня, то этот я прохожу уже чисто из-за того, что бросал некоторые уровни больше недели. Ну, а если честно, вообще больше нескольких месяцев, потому что чисто для того, чтобы получить плюс один демон, я прошел Extinction здесь. Так, я забыл, по-моему, громкость убавить. Музыка здесь не особо громкая. Нет, очень громкая. Да, вы не думайте, что это... Я когда увидел впервые, я подумал, типа, чего? Что за начало такое? И я уже чувствую своей жопой, как меня будет бомбить каждый раз проходить его. Так, ладно. Это босс-файт уровень. Ага, конечно, меня все равно убило. Неудивительно, здесь буду 100 раз подыхать. Господи, да, я уже ощущаю... Уже ощущаю это. Итак, первый фейл 23% был, потому что, ну, действительно жесткое место. Почему, спросите, я собираю монету? Потому что мне внизу проходить сложнее, чем сверху с монетой. Да, через лазер можно пройти в самый момент, когда он еще даже не исчез. Есть, хорошо. Воу! 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 Не убивай. Все, хорошо. Еще одна катсцена, где можно сидеть, ни хрена не делать. И вот, собственно, пошла. Не очень сложная часть, но сдохнуть на ней тоже можно. Так, я ее прошел, видимо. Да, я ее прошел. Хорошо. Воу! Охренеть! Какого хрена? Какого хрена? Какого хрена вообще, а? На этом уровне Титан! Титан бомбил, он с ПК играл! Он сдох раз 20 на финальной части! Я не сдох, я 3 попытки! Ну это из-за практики. 390? Этого не мог... Как это? Что было вообще? Я записывал? Да. Все, Demon Gauntlet ГГ. Охренеть, что это было? Что это было? Думга... Все. Все, ну я уверен, что я сейчас получу иконку, которая очень похожа на... Рисунок этой самого Gauntlet. Все, давайте посмотрим. Нет. Я получил за это дис-эффект. Эффект смерти. Ключик и 40 алмазиков. Нет, я не получил за это ту иконку, которую я думал. Ладно. Ну, собственно, ГГ Doom Gauntlet. 3 попытки. Что за бред? Что сейчас произошло вообще? Darkness Keeper. 500, ну ладно, 500 минус 1 потом сделаем. 500 попыток здесь. Я думал, я сейчас... Охренеть! Я думал, что я сейчас буду сидеть вообще 2 часа. Нет, я... У меня есть... Я не знаю, что... У меня нет слов просто. Я заикаюсь. 500 плюс 300. 890. 889 попыток. Серьезно? На телефоне? Ё-моё. Короче, ГГ. Просто ГГ. Мега ГГ. Doom Gauntlet ГГ. Ну что же, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. С вами был GeoxGD. Всем пока-пока.
богатырь, купи коня, купи, не пожалеешь, богатырский конь.